Чи взагалі кожній людині потрібна ця змістовна складова, незалежно від його особистісної зрілості? Чи є люди, яким, ну, власне, це і не потрібно, можливо? Как раз личностная зрелость и предполагает, что есть содержательное наполнение. Личностная зрелость предполагает ответственность, личностная зрелость предполагает содержательное наполнение себя чем-то более важным, существенным, не эпизодическим, каким-то поиска главного, поиска созидания, поиска творческого начала, самоутверждения и так далее. Но если человек этого не находит, он переводит жизнь в бытовой план, и тогда жизнь прожигается. Люди, утратившие содержательные, так сказать, ориентиры в жизни, особенно когда они поддерживаются только какими-то социальными рамками, ну, как правило, деградируют. Люди, ну, скажем, ну, я скажу, бывает такая ситуация, на пенсию человек вышел, не знает, чем заниматься, и более другим, как только пить и спиваться, да, там, в общем-то, проживать жизнь там. Поэтому поиск смысла и содержания – это очень важная задача, и это признак, и осмысленная жизнь – признак зрелости, социальной зрелости и личностной зрелости человека. Поэтому желательно иметь дело со зрелым человеком и созревать. Но правда, скажем, что возрастные показатели, возраст и личностная зрелость не являются синонимами. Иногда старость и мудрость не приходят вместе, иногда старость приходит сама. Поэтому без мудрости, а значит без личностной зрелости, к сожалению. Вот. Ну, желательно быть достаточно критичным в себе и пытаться развиваться. Чи взагалі модель угоди має право на існування як варіант стосунків, якщо це можна так назвати? Слово «соглашение» предполагает, что обе стороны с чем-то согласны. И когда человек устраивает или выстраивает отношения, у него тоже есть какие-то соглашения. Он обменивается своими мыслями сокровенными. Там тоже есть соглашение. Моральное соглашение, если хотите, общая моральная позиция. То есть где-то какое-то согласие должно присутствовать обязательно. Другое дело, когда это соглашение зафиксировано там, в каком-то определенном поведенческом смысле, где есть регламент правил, где есть санкции за нарушение этих правил, там, поощрение за их соблюдение и так далее, и так далее. Это немножко формализует процесс, уводит от его от существенного. Но важно понять, в чем, собственно, угода. Человек, когда вступает в брак, тоже дает клятву быть верным, честным и так далее, и так далее. Ну, мы смотрим, что не очень получается. Сейчас, в настоящее время, у большинства соответствовать этой угоде, которая дается в момент брачного соглашения. Но, в принципе, я хочу сказать, что если обращать внимание, то есть перегрузить эту формальную сторону, ну, только регламентировать правила поведения, внешнюю сторону проявления, то, наверное, возникает ощущение того, что у нас какая-то казарма, в которой мы находимся, есть у меня устав, и я отчитываюсь по уставу, что я сегодня сделал, что не сделал. Вот сделал, я себе сегодня больше, так сказать, приготовил, вот ты мне должен теперь вот это, а я тебе принес зарплату, будь любезна сделать вот это и тот. Вот такие отношения, они все-таки концентрируют внимание на индивидуалистичности, эгоцентричности и так далее. Скорее важна совместная деятельность, совместная. Если должна быть какая-то договоренность, да, какая-то угода, то она должна быть по каким-то существенным основаниям, по существенным признакам. Конечно, эти основания хороши с юридической точки зрения, когда за этим стоит потенциал каких-то разделов, еще чего-то, имущественных соглашений. В этом циничном вопросе иногда возникают большие-большие трудности. Иногда может быть, такие соглашения и в некотором смысле нужны. Для каких-то людей важно, чтобы его были какие-то внешние сильные стимулы там, материального порядка, юридического порядка, которые бы сдерживали его поведение. Но мне кажется, что за этим стоит незрелость личности, он не может за это отвечать, не может думать. И мне кажется, что печально, если только это руководит его поведением. Чи мы можем сподіватися на позитивные прогнозы ситуации Ілони? Чи, може, їй якісь потрібно зробити конкретні кроки?
Если она поменяет эту модель, сама станет интересной, сама станет чем-то заниматься, сама станет развиваться, то, видимо, ему, может быть, будут интересны и развивающиеся сверстники, и развивающиеся другие люди, и это не станет необходимостью завоевывать себе, так сказать, уровень благосостояния только за счет того, что она, в принципе, имеет шанс выторговать материальный уровень за счет своих внешних характеристик, внешних кондиций. Если она содержательно наберется, то, может быть, и изменится и стиль, и способ выбора, и так далее. Но надеюсь, что у нее хватит на это душевных сил. Вот. А что касается предъявления к настоящему ее партнеру претензий, то, видимо, они бессмысленны в принципе, поскольку он будет их скрывать более тщательно. Но позиция завоевателя у него останется. Может, она скажет ему, что это не нравится, что это ее не устраивает. Если у него останется вот такое желание не доставлять ей боль и неприятности, то, может быть, он как-то поумерит свой пыл. Ну, это вряд ли. Если она не научится играть в другую игру, она обречена на те же самые грабли. Чоловіки, яких я обираю, молодші за мене. Хоч у відносинах я шукаю чоловіка, який би домінував, був хорошим стратегом та взагалі чоловіком з великої літери. Мене це трохи непокоїть. Хвилююся, чи може молодший за мене чоловік бути відповідальним. Марина, 32 роки, Харків. Я думаю, що не принципіально. Він може бути і молодший, може бути і старший. Другое діло, що вона повинна розібратися, що за цим стоїть. Может, это претензии к внешним кондициям сверстников или более старших, которые считают, что они могут небрежно относиться к своей внешности и, тем не менее, к женщине предъявлять претензии. Вот, а более молодой человек, еще физически более, так сказать, зрело выглядит или в кондициях физически более хороших, это ее более устраивает. Может быть, это сторона вопроса. Может быть, другая сторона вопроса, когда женщина хочет чувствовать, что она и с ее мнением считаются, что она может рекомендовать, советовать, как-то контролировать ситуацию. Такое тоже возможно, когда более молодой человек прислушивается к авторитету более старшей женщины. И может она, вот так сказать, свою линию поведения проводить. Может быть, такая история. Но здесь может масса вариантов. Но в принципе желательно вот эти возрастные рамки, они не должны быть точкой отсчета. Все-таки личностная зрелость может быть и в 18 лет, и может в 38 не быть. Поэтому это не принципиальный разговор. Нужно понять, что нужно взаимодействие личностей, желательно зрелых. И если я прячусь за более молодой возраст, может, я боюсь встретить зрелого, который во мне увидит недостатки, вот, а молодой этих недостатков не увидит, ну и так далее. За этим всем стоит больше вопросов, чем ответов. Поэтому нужно в себе разобраться. Ну и, в принципе, для того, чтобы не искать каких-то ограничений, нужно над собой поработать. И тогда чувствовать себя уверенно с любым партнером, и старшим, младшим, сверстником. И тогда это перестанет иметь всякое значение. Що мені робити? Я досі не заміжня, а всі нормальні чоловіки одружені. Надія, 26 років, близнюки. Я думаю, что неправда по поводу того, что все нормальные удружения. Потому что есть нормальные неудружения, и уже неудружения, и так далее. То есть весь вопрос о том, что понимается под нормой. Что значит нормальное? Может, слишком высокие требования, может, какие-то опасения. Или глядя на семью, в которой этот молодой человек живет, она видит, что он создает нормальную семью, и поэтому она оценивает его как нормального. А кто-то другой, который этого еще пока не сделал, она оценивает его как молодого, неопытного, неучастливого и так далее, который как бы на эту семью не рассчитывает. Я думаю, что все-таки строить нужно отношения. И в порядке построения этих отношений и выяснять, настроен ли на семью, на какую семью. И может оказаться, что среди тех, которого недооценивали, будет и хорошо ориентированный на семью, и на тебя, и человек. Поэтому я не думаю, что совсем уж такой дефицит. На самом деле, я думаю, что примерный паритет.
есть и парни, которые думают, где же мне найти такую девушку, которая может мне составить пару и потом хорошую партию в семье. Они тоже так же само переживают, тоже так же само волнуются, что все хорошие уже замужем, уже быстренько повыскакивали, а я тоже где-то не у дела остался. Посмотрите внимательно, может, вы найдете друг друга. Но я думаю, что в количественном смысле здесь есть существенная ошибка. Важно осуществить поиск. Поиск активный, и поиск не нужно ждать, что тебя будут искать. Кто-то тебя дома, сидя, взаперти в своей собственной комнате, обязательно найдет. Такого не произойдет. Нужно идти навстречу своему желанию. Тогда может что-то и случиться. Мені 31 рік. Мене почала дратувати різниця у віці, йому 50. Він, по-перше, не хоче дітей, бо в нього вже є дорослий син. І взагалі ми різні люди. По-різному відпочиваємо, різного прагнемо. Навіщо я взагалі за нього вийшла? Наташа. Собственно говоря, вона сама должна ответить для себя на вопрос, зачем вона вийшла замуж. И никто другой, кроме нее самой, на этот вопрос не ответит. Наверное, она что-то в нем нашла. Наверное, что-то ожидала. Наверное, хотела что-то строить. Если он не хочет детей, значит, может, он не хочет ответственности. Может, он боится, что он не может дать того, чего он хочет. Нужно, наверное, выразить свое отношение к будущим детям и какого воспитания она хочет. Если она скажет о том, что она тоже приложит усилия к его воспитанию, не только на него, так сказать, материальная ответственность на него, не только на него возложит, что совместно они справятся, то, может, он пересмотрит свой взгляд на вещи. Я не думаю, что, собственно говоря, разница в возрасте является, так сказать, принципиальной в этом смысле. Нужно строить перспективу, надежную перспективу. Свою позицию надо высказать, озвучить, артикулировать, объяснить, спросить почему, уточнить. Потому что наличие одного старшего ребенка еще не говорит о том, что новая семья должна быть без детей. Нужно об этом тоже сказать. Я думаю, что если он перестанет опасаться, что ребенок будет плохо воспитан или не будет возможности ему его содержать, то, может быть, и все сложится. Беручи шлюб, як угоду, маєте на увазі, що окрім бонусів угода передбачає ще й поступки з вашого боку. І ще, якщо ви не озвучуєте партнерові справжні правила гри, він буде грати за своїми. А ми чекаємо на ваші історії та питання з умилом, що ми бачимо зараз на екрані. Життя ще простіше. Не прощаємось.